Вы смотрите информационный канал «Город», мы снова в эфире. Идут по правилам, и без Кирове участились аварии с пешеходами. С начала недели на дорогах города произошло 4 ДТП, погибли 2 пешехода, еще 2 детей получили травмы. На этих кадрах с видеорегистратора видно, как легковая машина сбивает школьника на улице Чистопрудненской. Первоклассник перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы и оказался в больнице. По схожему сценарию произошло ДТП в районе перекрестка Володарского и Горбачева. Там водитель Volkswagen наехал на 10-летнего мальчика. Он тоже переходил дорогу не по зебре, но отделался испугом и легкими травмами. Сотрудники ГИБДД призывают родителей объяснить своим детям правила дорожного движения и самим про них не забывать. Помимо аварий с несовершеннолетними, произошли еще 2 ДТП со взрослыми пешеходами. В обоих случаях те, кто оказались под колесами, погибли.